1936 год. Школа механизации сельского хозяйства в городе Канаш. За 85 лет совершенствования и развития. От школы до транспортно-энергетического техникума. От подготовки кадров для сельского хозяйства к подготовке лучших технических кадров страны. За годы работы учебное заведение выпустило более 80 тысяч специалистов. Татьяна Смирнова 7 лет работает в должности старшего мастера. Считает, что к работе нужно подходить с любовью. Только так можно добиться успеха. Она знает, о чем говорит. За профессиональное мастерство и добросовестный труд в честь юбилея ей вручили почетную грамоту. Все преподаватели и мастера производственного обучения, высококлассные специалисты, коллектив хороший, дружный, все друг другу помогают, все стремятся обучить наших студентов, сделать их профессионалами. Студенты подтверждают, их преподаватели лучшие. Алина Мухадзянова учится в техникуме всего месяц, но впечатлений много. Учебу она совмещает с активной творческой жизнью. Профессию Алина выбрала довольно необычную – лаборант-эколог, и уже поставила цель. Я вижу перспективу работать потом в компании «Транснефть», а лаборант-эколог – это новая и интересная профессия. Студенческая жизнь здесь очень интересная и веселая, потому что здесь проходят мероприятия почти каждую неделю. Преподаватели очень хорошие, все доходчиво объясняют. В скором времени на базе техникума будут созданы две специализированные лаборатории, которые позволят учащимся применять полученные знания на практике. Благодаря этому уже на выходе из стен учебного заведения у каждого будут опыт и отточенные навыки в своей будущей профессии. Всего техникум готовит специалистов по 8 профессиям и 4 специальностям. А также здесь можно пройти профессиональное обучение по 100 программам. Студенты Канашского транспортно-энергетического техникума, они с уверенностью также поступают к нам, потому что знают, что будут трудоустроены в высокотехнологичные компании по окончании обучения. Также они знают, что будут учиться в условиях, приближенных к производственным условиям. Поздравить студентов и сотрудников учебного заведения приехал глава Чувашии Олег Николаев. Теперь одно из пожеланий в книге – его. С таким подходом к организации учебы можно быть уверенным, любые пожелания сбудутся. Техникум может готовить не только специалистов, но и обеспечивать переподготовку и повышение квалификации действующих сотрудников, а говорит здесь о высокой компетенции как сотрудников, так и гибкость в выработке новых подходов своей деятельности. От традиций к инновациям – девиз учебного заведения. Чувашская земля всегда славилась своими мастерами, а народ – трудолюбием. И сейчас эти традиции с успехом продолжает Канашский транспортно-энергетический техникум.